Привет, Люсь, ну чё, пиздец у нас чё? Он неделю-полторы назад получил очередное письмо. Просто, да, как бы явиться туда-сюда для проверки воинских документов, что-то такое. А дата, блядь, стоит завтра в 10 утра. То есть полторы недели назад он получил на завтра уже приглашение. То, о котором сегодня Вова, блядь, официально объявил. Ну, естественно, я так думаю, мы просто сидим и рассуждаем. Резервисты – это все те, кто отслужил армию. Это они все, получается, резервисты? Если ты не явишься, значит, они тебя запишут в уклонисты. А уклонисты – это самая статья, это уголовка. Но Вова же из уголовки вызывают людей на войну. То есть тут у тебя выхода нет. Либо ты из дома идешь на войну с собственными ногами, либо тебя посадят в тюрьму, и из тюрьмы потом нахуй все равно отправят воевать. Замкнутый, сука, круг. Вот сижу и не знаю, блядь, что делать. С дедом связались, блядь, они сейчас в Сочи отдыхают. Но он же, блядь, у нас такой весь правильный. Ну, призовут, значит, призовут. Нормально? Ну, вот так вот, блядь, имей дедушку генерал-лейтенанта.